Эй, кто-нибудь, отоприте! Что это за место? Где я? Тише! Чего разоралась? От нытья толку не будет. Они очень скоро вернутся. Кто я такая? Не может быть. Ты с нами, потому что не помнишь, кто ты такая. Это место не похоже на больницу. Вы знаете, как долго нас тут продержат? До самой смерти держать будут. Я не понимаю. Есть такой демон. Его зовут Вендиго. Он преследует нас по ночам. У него голова оленя и тело монстра. Нам надо бежать. Здесь мы в опасности. Откуда мне знать? Вдруг вы врете? Сегодня умру я, а завтра ты. Откуда ты знаешь, что где? Ты что, здесь бывала? Чтобы что-то изменить, надо вести себя иначе. Помоги! Прошу, помоги! Нет! Не время строить из себя героиню. Что творит с нами та врачиха? Ты — это прежняя я. Ты здесь тоже, Энн? Ты ведь хочешь узнать, кто ты такая? Те же поступки ведут к тем же последствиям. Нас обманывают. Если я пойду с тобой, ты ведь меня не бросишь? На этот раз не брошу. Отсюда выйдет только реальная Энн. Снилось, что я от него сбежала, а потом он меня настиг.